Сегодня в Ульяновской области мясную и молочную продукцию на прилавках магазинов можно отследить по автоматизированной информационной системе «Меркурий». Она предназначена для электронной сертификации и отслеживания перемещения грузов в России, которые должны сопровождаться ветеринарным контролем. В качестве оператора выступил Россельхознадзор. Плюс от этой программы есть. Она внедрена достаточно успешно во многие хозяйства. У нас на территории нашей области она зашла на 100%, уже везде присутствует. И полностью прослеживаемость продукции у нас ведется именно по программе «Меркурий». То есть, если раньше была выдача на бумажных носителях, сопровождалась вся продукция бумажным носителем, сейчас бумажные носители практически не используются. На новую организацию работы с 1 июля 2018 года перешли все предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства, которые имеют дело с продукцией подконтрольной Госветнадзору. С этого момента все ветеринарные сопроводительные документы, сертификаты, свидетельства и справки на продукцию животного происхождения оформляются исключительно в электронном виде. Бюрократическая волокита и бумажная работа сведена к минимуму. Предприниматели, владельцы продукции в заявительной форме обращаются к нам, пишут заявку, и мы проводим ветсанэкспертизу следующим образом. Открываем площадку, открываем машинки. Там вот вы видели, которые есть. Находим документ и согласно этого документа проводим идентификацию и ветсанэкспертизу. Заявления обрабатываются автоматически. Чтобы зарегистрироваться в системе «Меркурий», производителю нужно подать заявку в Россельхознадзор. Торговые точки обязаны закрывать ветеринарные сопроводительные документы. Когда к ним поступает продукция, на которую поставщик оформил ветеринарный сертификат, представитель магазина должен войти в «Меркурий» и отметить, что товар с ветеринарными документами принят в полном объеме или в таком-то количестве. Таким образом прослеживается путь от производителя до конечной точки – полки магазина. Благодаря новой системе работы выигрывают все стороны процесса, а в первую очередь потребитель, поскольку система исключает возможность фальсификации продукции и ее контрабанды. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.